23 мая на стадионе школы номер 4 состязались юные пожарные. Здесь прошли соревнования по пожарно-спасательному виду спорта среди команд дружин юных пожарных. Эти соревнования традиционные и проводятся под эгидой Всероссийского добровольческого пожарного общества. В Заинске организатором выступила ВДПО, отдел надзорной деятельности и управление образования. Дружина юных пожарных у нас имеется в каждой школе. Определяется приказом на 1 сентября ежегодно. И отчетность по данной работе подается на республику, то есть это контролируется. В данном случае вот это итог получается работы всего года, ребят. И, естественно, победит сильнейший. Но важно, что дети приобретут навыки украшения огня. Подбежали, ствол положили, потому что здесь будет ствол крепиться. Прежде чем выйти на старт, для юных пожарных прошел инструктаж. В соревнованиях приняли участие 10 команд. Это команды всех городских и двух сельских школ. Ребята должны показать знания и навыки в двух этапах. Первый – теоретический, это ответы на вопросы по пожарной безопасности. И второй – практический, эстафета по полосе препятствий, прыжок через ворота, прохождение змейки, тушение очага возгорания и развертывание рукавов. Прививают навыки детям, юношам, навыки действия в случае возникновения чрезвычайной ситуации, в данном случае возникновения пожаров. Надежда в дальнейшем, что юноши будут уже эти навыки использовать, и, возможно, некоторые из них будут поступать в учебные заведения МЧС. По итогам соревнований лучшей командой стали ребята из школы номер 6. Дистанцию с заданиями они прошли за 59 секунд. Вторыми школа номер 1, 1 минута 3 секунды. И замкнули тройку лидеров команда школы номер 2, 1 минута 9 секунд. Самое главное, что эти соревнования стали для ребят отрабатыванием навыков в случае пожара и повторением школьных уроков по безопасности, что немаловажно в период длинных школьных каникул.